Сегодня футбол живет здесь, мы на городском стадионе Манчестера, и у нас есть все для отличного футбольного матча. Смотреть матч вместе с вами сегодня буду я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генч. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу Чемпионов, а именно матч группового этапа. Манчестер Сити против Байера. Ну вот и наступил этот момент. Лига чемпионов начинается. Сегодня будем смотреть первый групповой матч. Путь длиной в 9 месяцев стартует с нашего матча. Перед нами команда, которая способна ввести противника в транс своей комбинационной игрой, а потом неожиданно организовать стремительное взятие ворот. Не сомневаюсь, что именно в таком ключе они сегодня и будут действовать. Как-никак, это практически их визитная карточка. Манчестер Сити переехал на City of Manchester в начале 20 века, сразу же после постройки стадиона в 2003 году. Сейчас эта арена вмещает 55 тысяч зрителей и почти всегда заполняется полностью. А были времена, когда Сити едва ли мог заполнить стадион до его реконструкции в 2014 году. И смотрим на состав Байера. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Манчестер Сити разыграл мяч в центре поля, и игра началась. Решили хозяева сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно гостям мяч удержать, если они, конечно, вообще такое планировали. Ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе по всему полю будет, конечно, крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. А сейчас вперед можно выйти! Отбивает мяч Эдерсон. Отлично вратарь сыграл. Со сложным ударом удалось справиться сначала, а теперь он смог еще и мяч зафиксировать. Действительно классная игра вратаря, и он по-настоящему выручает свою команду. И ближе к воротам игра переходит. Ну и где же навес? Кайл Уокер. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Вендел Боржес. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Стерлинг забивать должен. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить. И это очень весомое преимущество на старте. 1-0. Сейчас будет веселее. Экзекиэль Паласиус. Джонатан Тарр. Бендер. Карим Белараби. И как он дальше мячом распорядится? Хороший навес. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Арангис. Экзекиэль Паласиус. Байер идет в атаку. Без мяча остаются они. На другой фланг мяч переводит. Можно навешивать. Все возможности для контратаки перед ними. Карим Белараби. Кай Хавертс. Прозевали контратаку и поплатили за это. Мяч в ворота. Атакующая сторона блестяще воспользовалась этой возможностью.
Ну что, диктору по стадиону можно объявлять: гол забила штанга. Или гол забил штанга. Вау! Вечерний Черданцев просто в великолепной форме. Георгий, твой искрометный юмор меня когда-нибудь убьет. Счет снова равный. 1-1. Де Брюйне. Кевин Де Брюйн. И теряют они мяч. Есть у него место для движения. Очень острый момент. Гол! И еще один мяч в воротах. Просто рвут и мечут они сегодня у чужих ворот. Дубль записывает он на свой счет этим голом. Молодец! Игра возобновляется после гола Байер. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Кевин Де Брюйн. Давид Сильва. Футбольный арсенал Давида Сильвы богат и разнообразен. Если речь идет об атаке, он умеет практически все. При этом Сильва почти непредсказуем. Это настоящий... Сильва! Удар в штангу! И это гол! Манчестер Сити забивает! Мгновенный ответ. И счет снова равный. Вот это интрига. Какая борьба! Никто не желает уступать. Счет снова равный. Арбитр назначает штрафную. Кай Хаверц уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Есть у него поддержка в атаке. Кевин Де Брюйн. В игре Градецкий. С углового подает Де Брюйна. Не получилось тут толком мяч выбить. Де Брюйн. Давид Сильва. И двигает Давид Сильва мяч вперед. Экзекиэль Паласиос. Карим Белараби. Мяч у соперника теперь будет. Карим Белараби. Экзекиэль Паласиос. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Продолжает идти вперед. И как пробил. Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Надо забивать! Классно защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. Интересно, принесет нам групповой этап в этом году какие-нибудь сюрпризы или все будет максимально предсказуемо? Прогнозы делать пока рано, но есть пара потенциальных темных лошадок, способных подпортить жизнь топ-клубам. Так что нас ждет очень интересный групповой этап в этом сезоне. Не смогли они мяч удержать. Агуэро. Отдает он мяч партнеру. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Карим Белараби. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Можно навес сделать здесь.
Сильва. Агуэро! Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Великолепен защитник сейчас, спас команду он этим действием. Кайл Уокер. Команда уходит на перерыв, зрители выдыхают. 2-2 после 45 минут игры. Очень хороший первый тайм в его исполнении мы видим. Играет он сегодня здорово, и сейчас надо уже нацеливаться. Дает арбитр старт второму тайму. 45 минут отличного футбола у нас впереди. Посмотрим, кому они принесут очки в сегодняшнем матче. Экзекиэль Паласиос. Вендел Боржес. Арангис. Теряют они мяч. Давид Сильва. Рахим Стерлинг. Мне показалось, что игрок в офсайде был. Ну, мало ли что, мне кажется. После рикошета мяч уходит в аут. Джонатан Тарр. Арангис. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. А мяч уже у соперника. Рахим Стерлинг. Стерлинг с мячом на фланге, есть куда бежать. Могут навесить хозяева. Риад Марес. В игре Градецкий. В игре всякое случается. И, конечно, обидно не забивать из таких ситуаций. Хорошо обе команды показывают себя в атаке. Получается... Отличный момент есть. Какая игра Эдерсона. Как здорово он сейчас среагировал на удар с близкого расстояния. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. И как он дальше мячом распорядится? Великолепно сыграл защитник. Ушел мяч за боковую. Байер Брас. Свежий игрок на поле выходит у Манчестер Сити. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Как вариант продолжения напрашивается навес. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать такое нарушение. И арбитр показывает желтую карточку. Кай Хавертс. Как вовремя он в отборе сыграл. Рияд Махрез. Очень уверен он себя в игре, в пас чувствует. Де Брюйн. Де Брюйн на мяч в штрафную направляет. Фернандиньо. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Отдает он мяч партнеру. Будешь навешивать, а? Родри. Спокойно они готовят свою атаку. Поддерживает он атаку с фланга. Накрывает этот удар игрок. Кай Хавертс. Отличный пас в разрез. Не доходит. Тащит вратарь. Непростой удар, но прыгнул и не дал забить. Арангис. Белараби. Леон Бейли. Кай Хавертс. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Отдает он передачу. Поторопился игрок с рывком. Вне игры, как сегодня. Замену проводит Манчестер Сити. Илкай Гюндоган. Хорошая игра в пас в исполнении Манчестер Сити. Можно навесить сейчас. Рахим Стерлинг. Жуан Канцело. Играет он на партнера. Гюндоган.
Мяч на угловой уходит. Был рикошет. И решили разыграть побыстрее угловой. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Нужно забивать и выходить вперед. Отлично он играет сейчас. И за боковой игрок Байера ведет мяч в игру. Ларс Бендер. Джонатан Тарр. Свен Бендер. Арангис. Карим Белараби. Вендель. Леон Бейли. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Трибуны завелись, немного времени остается играть, а болельщики Сити сегодня от своей команды ждут только победы. Основная ставка команд сегодня, похоже, сделана на контроль мяча. Можно сказать, это приносит свои плоды, потому что ничья у нас хоть и держится, но она не безголевая. И вполне мы еще можем... Гюндоган! Кай Хаверц. Много еще играть, 10 минут. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. Можно забивать. Все как надо, вратарь. Уверенно он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Джонатан Тарр. Арангис. Ларс Бендер. Хорошо разыграно, навешивать надо. Сбрасывает мяч. Ну, решай же! И мяч в сетке! Вот это да! Все шансы есть на то, что этот гол станет победным! Вот это развязка на последних минутах! Ну что, сейчас начнется самое интересное. Осталось не так много времени до финального свистка. Да, им остается только дотерпеть. Времени-то буквально на пару атак осталось, не больше. Игра возобновляется после гола Байера. Ну что, 5 минут осталось. Леон Бейли. Тащит он мяч вперед сейчас. Решать тут нужно. И вратарь не дает увеличить разрыв в счете. Если бы гол сейчас состоялся, игру можно было бы уже, наверное, заканчивать. В центр штрафной. Подача, и мяч летит прямо к вратарю. Не смогли они мяч удержать. Кайл Уокер. Гюндоган. Фернандини. Хороший пас. Что тут получится? Игрок поспешил, залез в офсайд. Заканчивается наш матч. Ну что же, поздравляем их с победой сегодня.
Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.